这个大不大？这个大不大？小。小，可以两份。Маленький уголок ее любимого Китая в России. В этом ресторане она частый и желанный гость. Здесь ее знают и уважают. Своими невероятными победами российская спортсменка Дарья Тарасова разрушила мировое господство китайских мастеров ушу. Мастер спорта международного класса, чемпионка России, чемпионка мира и Европы. Как она побеждает родоначальников ушу? Да я уже в больнице помнила, что уже вставала на одну ногу, все бабки вокруг были в шоке в палате. Какова цена ее побед? Связки искусственные, то есть у нее нет двух менисков на толчковой ноге. Даше 22 года. Она с 5 лет в ушу. В китайский ресторан она пригласила нас не просто так, для антуража. Для того, чтобы побеждать китайцев, нужно знать хотя бы китайский язык. Там постоянно практикуюсь в Китае, но вот когда нет возможности, я прихожу вот сюда, в этот ресторан, и здесь, на самом деле, китайская атмосфера, вот все вообще, начиная с отопления, заканчивая обоев. Китай – родина ее кумиров. С детства вместо мультиков – боевики. И пока подружки осваивали танцы, она осваивала меч. И мечтала быть похожей на своих героев. Постоянно смотрела Джеки Чан, Джет Ли, и однажды моя мечта сбылась. Он приехал к нам в школу, Джеки Чан. Вот, и это, конечно, было так неожиданно. У меня даже слезы были, потому что такой, ну, кумир. Мечта Даши осуществилась в победный для нее 2003 год. Тогда она впервые в 15 лет завоевала золото на чемпионате мира по ушу в китайском Макао. Ее тренер Куприянова Татьяна Викторовна хорошо помнит, как впервые имя Даши узнали во всем мире. И свист, в общем-то, недовольство публики, вот такой скандальный момент, как это зачастую бывает там в гимнастике, вот такой вот накал нехороший. И сразу после них выходит Даша, вот сразу. И у нее на лице было такое остервенение, терять ей было нечего, ее никто не знает. Чтобы ее имени не забыли, она с остервенением по 6 часов в день снова и снова отрабатывает одни и те же элементы. Преодолевая боль и усталость, Даша не скрывает своего расстройства и злится, когда что-то не получается. Татьяна Викторовна тренирует Дашу уже 11 лет. На тренировке с ее появлением в зале повисает напряжение. Спокойная, когда камера рядом. Она заметно оживилась, стоило нам уйти на балкон спортзала. Быстрее головой-то поворачивай! Господи ты боже. В любом виде спорта очень важна дисциплина. Вот, и на самом деле умение себя вести помогает не только на тренировках, вот, помогает вообще в жизни. Это роль тренера. Либо они слушают, либо нет. У меня как-то так случалось всегда. Если нет, то как бы они уходят, и всегда появляется кто-то другой. А еще Даша пригласила нас к себе домой. Здесь хранятся ее награды. Ну вот моя стена славы. Вот, которая мне досталась очень большим трудом, и сколько я 17 лет уже занимаюсь ушу, и получается, что за эти 17 лет вот у меня мои все награды на показе, потому что для меня это очень важно. Даша говорит, когда устает и хочется уйти из спорта, домашняя стена славы напоминает ей о самых ярких моментах ее спортивной жизни. И тогда она снова чувствует в себе силы. Вот, допустим, вот это моя самая, наверное, дорогая для меня награда. К ней я шла 4 года, готовилась. Вот. Это с олимпийского турнира. Среди всех этих наград есть одна, о которой Даша говорит со смешанными чувствами. Ну вот, допустим, для меня это такая тоже памятная награда. Золотой пояс. Вот. Связано с моей... травмы. Это случилось во Вьетнаме в 2007 году на чемпионате мира по ушу. После тренировки за день до соревнований все спортсмены пошли отдыхать. А Даша, не послушав тренера, продолжала заниматься в зале. Ну и прыгала. И говорю, все, сейчас последний раз. И как раз-таки он у меня оказался последним с прыжка, когда приземлялась. На приземлении колено ушло вовнутрь, я прям вот все упала. И когда на твоих глазах происходит вот такая вот история, не очень хорошая, и так вот это все в глазах
сыпется, ты понимаешь, что здесь, наверное, эта жизнь не заканчивается. Даша перенесла сложнейшую операцию. И, глядя на нее сейчас, трудно поверить, что врачи пророчили ей инвалидность. Невероятное желание быть первой, воля и целеустремленность победили. Она сделала все, чтобы вернуться в спорт. Не отошла еще от наркоза, вот меня только привезли в палату после операции. Я звоню своему тренеру, говорю: Татьяна Викторовна, если вы сейчас не приедете, я говорю, с моим мечом и с гантелями, я говорю, я сама приеду, я хочу тренироваться, я буду чемпионкой мира. И Татьяна Викторовна, молодец, мне привезла книгу «Повесть о настоящем человеке». Когда я прочитала ее, я поняла, вот насколько... Вот этот характер русский может вот действительно сыграть вот в любом деле. Тренер говорит, что характер у Даши был с детства. После тяжелейшей травмы она не только восстановилась, но и вновь на очередном чемпионате мира в Пекине завоевала золото. Надеюсь, что дальше буду еще, наверное, по кругу вот так вот. Много-много своих наград. Но главная награда Даши сейчас не в комнате. Она на кухне. Даш! В этой маленькой кухне им никогда не тесно вдвоем. Своего молодого человека Романа Даша называет принцем. Сильная в спорте, дома с ним она пытается быть слабой и беззащитной. Но получается не всегда. Мы на самом деле так обоюдно все делаем. И так любые там, не знаю, он начинает, я заканчиваю, он начинает. Но правда кушать он всегда готовит. Вот это вот, он молодец. Еще в ресторане мы задали Даше вопрос о мужчинах. Она призналась, что Роман первый, кто смог укротить ее нрав. Да боятся они. Действительно, они боятся, потому что, ну, я сама по себе очень сильный человек в плане вот психологически. Вот, и всегда иду к поставленной цели. Для меня нужен такой человек целеустремленный, который вот действительно вот скажет, так вот так и должно быть, потому что меня распускать нельзя. Искренняя улыбка вне зала, злость и азарт на тренировке. Ее любят, ее боятся, ее уважают. Трехкратная чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова своими победами доказала: чемпионами становятся лишь те, кто сумел победить себя.